Администрация продолжает серию встреч для жителей всех возрастов. В Химках провели мастер-класс по уходу за орхидеями. Как пересадить цветы, правильно полить их и ухаживать, узнали десятки садоводов-любителей. Условия обычные, ну, где растет орхидея? В кроне деревьев, на коре сосны. Поэтому в первую очередь надо обращать внимание на свет, полив. То есть орхидея любит светлое место, но не любит попадание прямых солнечных лучей. И также поливать его не поливают, а замачивают. Замачивание орхидей – ключевой момент. Для этого их на несколько минут опускают в воду. Здоровые корни зеленеют. А вот коричневые после замачивания стоит срезать. Анастасия Иванова сегодня пересаживает орхидею первый раз в жизни. Рассказывает, что раньше ее цветы погибали из-за избыточной влаги. Но теперь она точно знает, как ухаживать за домашним растением. Вот сейчас как раз засыпаю новый грунт свежий, избавляюсь от старого, для того, чтобы растение получило, я так понимаю, новые питательные элементы. Ну и, соответственно, новый дом, горшок. Узнала много нового и Ирина Махова. Химчанка давно увлекается растениями, но вот орхидеи пока ставит в тупик. Такие мастер-классы помогают разобраться. Тема растений очень интересная, и хотелось бы узнать о других растениях. Как их сажать, пересаживать, за ними ухаживать. Практику проведения мастер-классов по уходу за цветами продолжит. Наша задача не заработать, наша задача вас увлечь. Поинтересоваться, что вам интересно, сделать для вас такие мероприятия. Поэтому ждем обратной связи. Спасибо, что пришли. Будем рады еще вас видеть. Принять участие в подобных встречах может любой желающий. Подробная информация о мероприятиях на сайте администрации Химок. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.